Итак, приветствую на моем канале. Сегодня мы очень коротко поговорим про игру World of Tanks и ивент, связанный со Штурм Тигером. И какой минус я увидел для себя, нашел, скажем, удалось выявить, как говорится. Вроде все тут прикольно, но, как видим, крадущийся тигр расписание РУ-1 с 19.00 до 23.00. РУ-10 с 17 до 21, потом РУ-8 это 6, с 4, и РУ-9 с 12. А что делать человеку, который встал в 9, в 10 утра? Он должен ждать, пока другие, а потом на этот сервер, на тот сервер, не на тот сервер. А сделали бы там действия специальный ивентовый сервер, там или там РУ-9, РУ-10, там 11, 15, 12 назначили каким-нибудь сервером на конкретно этот режим. Там бы собралось бы до, ну, 1030, 40, 50, там. Я не думаю, что все там прям 500 000 игроков все туда побежали бы. Ну, какая-то странная ситуация, тем более сейчас каникулы, сейчас карантин, зачем делать вот это вот с 12, с 16, с 16 до 20. Я не мог зайти, мне пришлось вот тут вот вручную перевыбирать самому сервер, потому что я, ну, кнопка была неактивна. Это как бы минус жирный, потому что, ну, вот эти вот, блядь, какие-то режимы, это как, знаете, на почте, когда в 90-х там паспортный стол, поликлиника, почта, когда работала, военкомат. Работают с 12 до 3, но с часу до 2 перерыв. Так и тут, блядь, 2 часа в день этот сервер работает. Ну какая-то хрень. Мне нужно бегать из, как бы, из кабинета в кабинет, смотреть, где, куда пускают, куда не пускают. Ну и посмотрим сам режим.